Здравствуйте, друзья! Вы снова на канале «Бульбаш из деревни», и с вами снова, как всегда, я, Серега. Сегодня в видеоролике мы с вами продолжим изготавливать снеговую лопату, ну, или по-другому отвал, на мини-трактор МТЗ. Продолжим, и я надеюсь даже, что мы закончим ее сегодня изготавливать. В прошлых видеороликах я вам показывал, как изготавливал непосредственно сам отвал, как его усиливал, из чего он был изготовлен, откуда у меня появился вот такой кусок резины. Также я показывал, с чего я снял вот это вот прицепное, которое будет установлено на новую лопату. А сегодня в видеоролике мы будем делать крепление для этой трубы. Непосредственно в нее будет вставляться вот это. На этом все будет и крепиться. Также буду красить лопату и устанавливать резину по режущей кромке. Но обо всем по порядку, поехали. Решил, друзья, немножко еще укрепить отвал, так как здесь будет самая нагруженная часть, и боюсь, что ее может согнуть. Поэтому будем приваривать такие как бы площадки, металл 10 мм, одну приварим здесь, а вторую вот здесь. И потом уже к ним будем приваривать само прицепное. Не прицепное, а трубу 76-ю, которая будет вставляться в прицепное. Приварил, друзья, площадки для установки навесного. Приваривал их, как вы можете видеть, непосредственно к ребрам жесткости. Только здесь вот нижнюю площадку прихватил еще к самому отвалу. Теперь будем приваривать трубу, которая послужит сцепкой для навесного. Приваривать его буду не напрямую, а через такие вот пластины для надежности. С одной стороны, ну и такая же будет со второй. Ну, трубу, соответственно, конечно, она будет не так, а повыше. Одной рукой неудобно. Вот что, друзья, у нас получается на данном этапе. Так вот приварил. Теперь будем приваривать само сцепное. Вот. Так вот его сюда вставляем. Ну и буду делать как на старой лопате. Так вот шинку приварю сюда. И все. Вот что, друзья, у нас получается. Как видим, все поворачивается. Теперь следующим шагом будем делать фиксатор, чтобы его фиксировать либо под углом, либо прямо. Фиксатор буду приваривать вот сюда вот, к ребру жесткости. Это фиксатор я срезал, оказывается, со старой лопаты. Здесь было еще приварено вот это вот. Ну и вот так как не хватает длины, так эта лопата пошире на 40 сантиметров. Поэтому буду доваривать снова уголок подлиннее и уже к нему вот такие вот отрезочки трубы, как и здесь.
Друзья, работа движется к завершению. Приварил фиксатор. Вот так она фиксируется в повернутом состоянии. Вот так вот. Неудобно одной рукой. Так вот стоит прямо она. Кстати, забыл сказать, длину фиксатора выбирал такую, чтобы лопата в повернутом состоянии стояла под углом ориентировочно 45 градусов. Дальше мы будем сверлить отверстия для установки резины. Буду отступать от уголка от этого, от нижнего, где-то сантиметра по два и просверливать. Крепить резину буду на болты М8. Просверлил, друзья, отверстие. Отрезавшей кромки до отверстия у меня получилось 9 сантиметров. Подготовил уже куски резины. Так вот, будет настоять. Ширина резины 16 сантиметров. Спуск буду делать 6 сантиметров. Сейчас просверлим в резине отверстие и будем прикручивать. И останется нам самая малость, это покрасить лопату. Вот так вот, друзья, выглядит отвал с установленной резиной. Все надежно прикручено. Сейчас покажу с обратной стороны. Болты брал по 5 сантиметров. Немного выступает, но ничего страшного. Ну и остались последние штрихи. Покрасить лопату. Закончила, друзья, изготавливать снеговой отвал. Такого вот морковного цвета он получился. Навесил на мини-трактор, чтобы показать вам, как он выглядит в цепке с трактором. Все бы, конечно, хорошо, только на данный момент меня терзает сомнение, потянет ли мини-трактор такой отвал. Пишите свои догадки в комментариях, кто что думает. Ну и все, на этом будем видеоролик заканчивать. Спасибо, что досмотрели его до конца. Подписались, конечно, если захотели. До новых встреч!